Поддержать российских военных, которые участвуют в антитеррористической операции в Сирии, приехала известная певица Юлия Чичерина. Вместе с ней на авиабазе Хмеймим выступили артисты ансамбля Центрального военного округа и самодейственный коллектив одного из кораблей, который сейчас обеспечивает безопасность полетов над Сирией и Средиземного моря. Юлия Чичерина пожелала нашим летчикам беречь себя. Но еще на авиабазе открылась выставка фотографий природы нашей страны. Их передали представители Русского географического общества.